Всем здорово. Всем привет, друзья. Я болею. И горло у меня охрипшее, в общем. Не знаю, как выгляжу. Пыталась пригладить, но... Мокрое, да. Я это сегодня, если Эмиль сможет водички натаскать, я... Может, напарюсь маленечко, хоть так хоть искупаюсь. Особо не напаришься. Как я могу? Я ведро нагреваю вот на печке, становлюсь в ванной, купаюсь. Просто поливаюсь, и все. Не так, как в квартире. Налил горячую ванну, лёг и парься себе, хоть с горчицей, хоть как, от простуды. А это я все, что могу, просто политься, как из душ, как будто бы, искупаться горячей водой. Вот. Решил греночки приготовить на скорую руку, а потом, в общем, казан плова сделаю. Обычный плов просто, у меня ничего такого нету. Просто окорочок, морковь, подсолнечное масло. Немножко зиры добавлю, капельку, не буду много. Какой-то вот этот вот барбарис специально приправ для плова, щепоточку добавлю. У меня есть вот такая, сейчас покажу. Ну ты хоть чуть-чуть вот так сделай, чтобы приглушить. Нет, Эмиль, у меня город, я не могу ничего сделать. Это. Вот такой вот барбарис добавлю. Вот это не барбарис, для вот плова. Вот есть и барбарис, и все вот, видишь? Ну барбарис есть, но тут не только. Ну немного ее тоже добавлю. Ну и две морковы побольше сделаю, посочнее, окорочок, ну рис. Обычный плов просто, казан. Просто наготовлю, да и все. Вот. А сейчас гренки понажарю. Ну что, приступим. В общем, 3 яйца я расколола. Так. Отрежь кончик маленький, а попробуй батон чистый. Ой. Батон такой, как это объяснить, нож ты еще что ли тупой? Это нож, батон хороший. Пили, попробуй. Мама, другого нету просто, чтобы не сыпался. А что теперь, ну и хорошо хоть так-то. Сейчас гренок понажарю и чаю поставлю. Угу. Че, Ваня? Кошки все дома. Ты че? Ну дай ей хлебушек, может она хочет. На. Угу. Бери, шеп. Мы такое не видим. У них вон корм насыпало, вон сколько. Чё это, проголодался, да? Когда болеешь, это не особо, чтобы уж это. Я вчера крутился, весь день готовил. Все, устаешь, надо хоть денечек все-таки себе немножечко позволить отдохнуть. Мне кажется, не хватит этого на скоро. Ну, не хватит, вот мне яйца еще сейчас сделаем. Добрыми. Получше, получше пока. Какие-то пузыри одни эти. Так, ну я забивал маленьких, тоже нужно забивать маленьких. А чем забивал-то? Ну просто вот так вот. А что ты не венчиком-то? Да еще каким-то венчиком буду. На гриль. Чего вздыхаешь-то? Таблетки уж надоел пить. И без них нельзя. Ну что, еще яичко раскрыли? Угу. Я подержу, я так скажу. Ой! Шеп под ногами. Как обычно. Вон у них там гора насыпана корма. Собака куда-то убегла еще.
Не приходит собака? Нету. Я смотрю, как это. Тут вон остатки еды, иногда суп какой-то вчерашний. Хотел ей вылить, целовать. Остается иногда еда. Что, иногда вот так протыкать еще приходится? На помойку выкидывать. Тоже жалко. Еда же. Не, ну если б собака, то она хоть пожелает, какая-то умчала. А косточки ей тут раз тут вот обделал вчера, я выкинул. Ничего нету, кто-то подъел. Не знаю, ее нету. Косточки все подъели. Так она просто едет шляется хоть на ночь приходит. Не знаю, ночью не был, я выходил продевать кое-что. Не был я. Но обычно, когда я выхожу, если ночью, она выскакивает быстрее. Это чтобы я ее погладил. Ну все, давай. Ой. Вот и все. Все, готовлю. И то же самое, то, что яйца в хлебе пожарить. Но это вкусно. Это реально вкусно. Ну это надо все-таки обжарить. Да. Ой, а чуть рановато ты перевернул. Да, наверное, рановато. Переворачивай обратно. Сейчас дождем. Пусть прожжет. Ты хочешь на паузу пока поставь? Да. Подгорает все. Подгорает. Горит. Несем огнетушитель, которого нету, правда, у нас. Пахнет. А как выглядит? А это я здесь потихонечку нарезаю. Да, у меня тут немножечко остался вчера. Я готовил солянку или что? Кто-нибудь скажет, ой, поросенок. Вкусно будет еще. Не помыла казан, лень мыть. Да я просто сюда масло добавлю. Вот так вот возьму. Морковь еще одну нарежу. Окорочок. И пошли все далеко. Налью масло. Нарежу луковиц. И будет все четочка. А что ты мне не сказал купить? Я купил сегодня. Я же ездил. Немножко зиры добавлю. А что ты мне не сказал купить-то? Да ладно. И так сойдет. Так сойдет. Немножечко совсем щепотку. Зиры. Для пола. Я сейчас в Need for Speed Underground 2 играю, прохожу. Чё-то ностальгия взяла. Сейчас еще одну морковь сюда порежу. Застаньте игры. Так, масло я налила уже? Полей этот черпак, потому что на нем приправки. Я ещё водички же буду добавлять, будет рис тушиться. И еще одну морковь. Подожди, сейчас Милюш всё снимет. Надо оставить одну сторону, да, светлую. Посветлее, давай. Сейчас. Гляньте, дышит. Давай, Милюш. Все дышит. Сейчас чека поставлю. Сейчас еще гренки пожарю еще. Сейчас. Масло подольем. Да не надо, нет, не надо больше масла. Да не надо. Вот, все. Так орешь ты сразу, как резаная. Вовсе не ору. Вот видишь, я венчиком сбил, нету вот этих особо. И лучше пропитывается так. Быстрая еда. И вкусная. Да и неплохо, да, с чайком. С чайком, знаете, какая вкусная? Со сладким чаем или холодным. Особенно вот этим. Принцесса Нури, лесные ягоды. Ну да. Никакого не вкусного. Просто больше никакого нет. Нормальный чай Нури тоже, мам. Ну, конечно, тесс-чай лучше, но он кончик. Мам, я не особо люблю вот такой, который мех в пакетиках.
Во-первых, чтобы такой чай делать, это нужно иметь сито. Вот сейчас еще одну морковь я почищу. Чтобы готовить такой чай, это нужно иметь сито, потому что очень много... Сейчас еще одну морковь туда. Не дает, как обычным. А, ну-ка, говори. Это, как его... Потому что нужно сито, чтобы от этих листьев просеивать, потому что, когда пьешь, листья часто прохватываешь эти, а их нежелательно бы хватать тоже. Нормально, ничего не трясу. Все сказал. Сиди такая. Оператор из тебя похож. Ага, ты подержи полкилограммовый вот планшет. Он полкилограмма весит. Кирпич, а не планшет. Ему бить может. Конечно, не нужно. Так, ну что тут еще? У меня еще яйца останутся. Можно пожарить. А что это развалилось так сильно? Ничего не развалилось. Давай прожаривай как следует. Прожаривай, харе переворачивать. Прожаривай. Что, еще сильнее, что ли? Да, ты шо? Да ну ладно. А то Дед Мороз и Ислам примет. Не поняла, Дед Мороз и Ислам примет. Мема не понимает. А что это такое? А он православный Дед Мороз или что? Я не поняла. Нет, просто прикол есть. Смурфики там есть, короче, вот этот бородатый такой. А он на Дед Мороза часто похож. А то Дед Мороз и Ислам примет. Так, ну сейчас дожать. А я пока морковку почищу. Режинка, глянь, сидит, как греется. Опа, чиня, опа. Режинушечко, греемся, мой маленький, греемся, мой пузик. Шебу ханяется. Дай нож, я ее зарежу. Кого, шебу, что ли? Угу. А сам хочешь быстрее, пусть идет домой. Че идет домой? Ну. Просто она сама подошла ко мне, я уж и начал загонять. Ну, волнуешься все равно за всех. Вон, у соседки кот пропал, 3 дня не приходит, черный какой-то. У кого? У тёти Лены. Чёрный с белыми лапками мордастый. Нигде тут не видел такого. Какой тут у нас ходил. На черныша похож. Да, на черныша с белыми лапками. Да? Да, он за Мурой, наверное, бегал. Она искала его. За Мурой, наверное, бегал. Вкуснятина. В квартирах, небось. Когда вот мы жили в квартире, я прежде чем почистить, я морковку помою. А здесь не до этого. Здесь нет иногда сил сходить за водой или болеешь что-нибудь. Это дай бог сегодня слимили немножко не таскает. А я и так прямо, видишь, как почистила, а вся чистая. Мастер фломастер. А куда деваться? Жить захочешь, не так раскорячься. Раскоряка. А чё? Я вот сегодня 4 сумки дров пока принесла. Один раз чуть не упала с этой сумкой. А ты 4 раз туда-сюда просто ходил, да? Нет. Почему? Я 2 сумки принесла, потом еще 2. 2 дровинки еще подышку куда-то запихала. Так, нет, эта сторона пока не обжарилась. И эта сторона не обжарилась. Что-то одна никак обжариться не может. Как вот она? Это. Ну, обжарить. Ну, я съем. Что-то обжариться она никак не может. Светлее. Алло. Морковь, глянь, какая сочная. Ну-ка, отрежь мне. Морковки хочется, это полезно для зрения, для силы. Кушай. На здоровье. Угу, сочная. Сочная очень. Нету, Анют, не покупал сегодня ничего тебе. Конфет сегодня нема. Дынных нема, конфет нема. Хоть бы уж потеплело. В Москве вроде потепление передают, Эмиль. У нас в воскресенье будет плюс 15. Плюс 15 было бы неплохо. Плюс 5 будет. Да? О, ну и хорошо. В воскресенье. Хорошо, я прям рад.
Не хочу я зимний, хочу мороз, не люблю я снег. По мне всегда жить на Бали. Ладно, сказал бы что-нибудь. Матом не надо. Чтоб тебя там, да... Там, да, там надо быть миллионером, чтобы жить на Бали. Чтоб тебя там потом не наебали. Ну что, хватит на грин? Да, хватит. Так, ставим плов. А, ставим чай, наверное, сначала, да? Да, чаек. Потом уж сюда плов. Ну, неси сюда тогда банку. Сейчас я вот здесь подогрею, как надо плитку всю отмыть мне. Ну давай прощаться, чувак. Потом отдельно снимешь плов. Как приготовила. Да ну конечно, что я, может, даже снимать не буду. Уж 15 минут видео. Уж 100 раз плов снимал. Да. Обычный плов, плов как плов. Ну если уж там какой-нибудь вкусный, уж получится, может, там сниму, так покажу. А сейчас вон это чаю сделаю. Щи там еще осталось маленько. Ну всем пока. Будешь? Не, я этот буду пока. Гренки. Гренки? С чаем, да. Я сейчас подогрею. Еще поставлю. Плитку сейчас немножечко помою. Ладно, всем пока. Всем пока.